Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, погоняю немножко. Вот такой крафт. Три ракеты на нем. Поехали. Я ничего говорить не буду, просто смотрите и все. Кому интересно. Вот эти крылатые, они очень опасно. Ац. Вот смотрите, как сразу с одного удара колеса нету. Опять. Вот она, вот она, вот она. Сорок пять. Да что такое, Свет? Сейчас они пойдут в атаку. Вообще мимо. Но это партия ихняя, это 100%. Да, это партия их. Ну, если только разве в атаку пойти, ну, потеряю машину сразу. Успел я попасть по нему. Эх, зажал еще. Споворонишь. Не спасло меня. Ты смотри, выжил еще. Вот такой себе я кузов купил. На кого он похож, друзья? Я думаю, он похож на этого, как называется, забыл по-русски, как уже называется, на свинью либо на кабана. Ну что, я так понял, что мы тут все равно проиграем или выиграем. И странно, бензин подбили. Ну, а мы еще и выиграли. Дадут мне какой-нибудь, ну да. Выжил с 10%. Нету вам показать, как многие сейчас показывают, что открывают подарки, сундуки. Нету у меня ничего, я нищий. Я все продаю, покупаю новое оружие, потом новое оружие продаю, потом опять продаю. И, короче, ничего не оставил себе. И вот сейчас я купил себе этот новый кузов и все. Игра интересная, так, свободное время, когда есть, можно немножко погонять. Конечно, эти крылатые очень часто сбивают быстро.
Я имею в виду, что на этих коверах. Это они решили все в середину пойти. Да, что-то тут всех перебили наших быстро. Если половину уже перебили, значит все. Считайте, игра закончена. Если наши тупят, сразу полезли на середину. Это уже понятно, что проигрыш. Я лично один ничего не смог бы сделать. Ну, понемножку металл собираю. Надо будет еще вот такую наклейку будет попробовать взять. Давайте попробуем взять наклеечку. Так, где она у нас? Я всегда хотел купить себе на гусеницах, но как сыграл пару боев, мне вообще не нравятся такие типы танков на гусеницах. Они очень медлительные. Ну, зато у него сама пушка, сама башня, это она прочная, но все равно с пару ударов от нее можно вынести. Ну, нам предоставили разработчики вот такие сейчас машины. Есть и прицел. Можем наводить. Очень удобно. Ну, я к себе, конечно, не хотел бы такой. Я поначалу, когда я только начал играть, мне понравился, а сейчас... И что у них плохо, что если вот так попадаете на какую-нибудь кочку... Сейчас давайте я вам покажу примерно. Вот так ударяетесь, и он переворачивается, и все, и хана. Если никто из друзей не поможет... Это будет печально. Так, ну что, успеем на базу заехать? Так, давайте где-нибудь заныкаюсь. Если в бензобак попадает, сразу в задницу отстреливают конкретно. Ну что, тут надо ждать. Где-нибудь заховаться. Вон. Опа, я даже попал. На ходу, но попал. Где он там? Лучше попасть в бензобак, если попасть. Ну это так, расстрел просто. Ай-яй-яй. Вот видите, как переворачивается? Ну все, башни нету. Он уже не опасен. Так можно ХП чисто набрать. И все. Это была легкая победа. Так, ну тут еще много.
Ва-бам, четвертое место. Ну, я и не старался так. Если видим, что победа, можно не особо. Все равно, конечно, помогать союзникам надо. Сейчас будет что-то посложнее. Вот дают такие сундуки, открываете, но там оружие, если дают, вы его не сможете продать. Но все равно бесплатно. Завершаете 9 боевых миссий вот таких, и вам дают вот такой сундук. Если что, как-нибудь будет такая акция, я вам обязательно покажу. У меня ничего нету тут, вот. Я нищий. Вообще ничего нету из оружия. Все продал. Продал, покупал. Это не нравится. Мне вообще из оружия ничего не нравится, кроме ракет. Ну и самонаводящих ракет то же самое. А вот эти пушки я не особо люблю. Мне нравятся ракетницы. Ну что, поехали посмотрим, что сейчас будет у нас тут. Здесь задача самое главное занять базу. Если вы заняли первую базу, еще можно как-то отстреляться, а потом уже сложнее. Давайте, давайте, парни. Все, видите, они не успели занять базу, мы можем еще попробовать отбить ее. Так, а ну-то иди. Но я один тут не справлюсь. Так, надо. Ну, мы пока на базе. Сейчас посмотрим. Где они все? Что-то странно, никого нет. Опа. И попал. Я и с прицелом не могу попасть. А мне с прицела уже сбили. Опа. Он еще живой там. Долго перезаряжается оружие. Готов. Но мы тут так опять выиграем. Блин. Ладно, иду я за ним. Надо попробовать боеукладку попасть ему. Сейчас я не буду стрелять, я хочу попробовать дойти. И попал. Вот, смотрите, видите, сразу пол задницы у него. Ну, что-то слабые соперники попались. Это шара, может быть, пару боев. Ну, я вот хочу такую наклеечку. Я там все оформил себе на продажу металл. Провод. Сейчас я вот хочу доиграть уже. Друзья, видео будут про битву за трон попозже немножко выходить, потому что скоро личный турнир. Лучше сейчас не активно играть, так что лучше подождем. Вроде там остался еще день, может быть завтра включат турнир, не знаю. Я пока гоняю его в кроссаут. Сейчас посмотрим, что в этом бою будет. Ну тут в основном и народ идет на убой. Именно так. Друг друга перестреливают.
в упор. А некоторые хитрят, кто хочет выиграть, они издалека бьют аккуратно, есть же прицел. Вот сейчас надо будет пробовать. Но здесь нужно целиться. Выше. Еще выше. Только зря патроны. Опа. Так, уходим, уходим, уходим. Этого быстренько сейчас завалят. Сколько наших там? Наших всех. Надо сюда идти. Ой-ё-ой. Этот готов. Смотри, живучий такой, ребят. Да что ты? Так, этот готов. Вот не дают мне играть, а? Ты смотри, что делает. Еще и поражение. Ну, что я сказал? Нужно занимать первыми базами и стоять на базе, отстреливаться. И тогда еще есть шанс выиграть. А так... Но этот не дает стрелять. Я в него... Этот. Эй. Ну ничего, ничего, так постепенно, постепенно. Можно вообще на рожон лезть, но из этого ничего хорошего не получится, если там стоят 4 танка. И ты один, они, конечно, тебя быстренько разберут, а так. Глупо, надо было сразу на базу идти, на базе там отстреливаться уже. Подбили, подбили. Может быть, наши подтянулись бы сразу. Надо так и делать. Сейчас я сделаю. Если там погибну уже, да бог с ним. Так, ну что? Что у нас за карта? Карта сложная. Здесь все на кучу идут. Можно, конечно, с прицелом сейчас постепенно отстреливать. Ну давайте попробуем. Ах, тоже снайпер. Вот сейчас они будут на базе отстреливаться. На тебе, башню. На тебе тоже. Так, а мы сейчас попробуем с тыла зайти. О, 46-40%. Они сейчас опять выиграют. Ну ё-моё, ну шо наши тут 5. Ой, там много их.
Вот так вот. Наши все тупят. Наши все тупят. И отстреливаются. Осталось 1,5 минуты. И они на базе. Время закончится, и не выиграют. Видите, в упор расстреливают только. И все. А если бы играли они по стандарту, они никогда бы вот так в упор не стреляли. Ну что, давайте выиграть еще. Сиди вот тут и не дергайся. Время выйдет, и мы выиграем. Вот смотрите, еще даже не успел перезарядиться, уже вылезает. Ну тот без башни, этого не бойся, давайте. Так, 20 секунд, куда ты полез? Ну дура, ну дура. Я в шоке с них. Все, они выиграли опять. Здесь же не смотрится. А, даже ничья. Да, за ничью все равно ничего не дают. Ну ладно, друзья, давайте. Здесь, конечно, не особо интересно. Давайте погоняем. Сейчас надо продать что-то там. Есть у меня что на продажу? Нет пока. Все продал. Не знаю, с самого начала хотел это хотел оружие, но... А вот смотрите, тут никто подставляться не будет. Уже если конкретно прижали, тогда да. С самого начала нужно вот тут постоять немножко. А что есть привычка вот там вылазить. Опа! Как я терпеть не могу вот эту фигню. Мочи, 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 мочи. Мой трактор. Трактор пока развернется. На тебе тоже. Опа, 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 опа. А эти два клоуна сегодня целый день вот так ездят, непонятно, что с ними или учатся. Вот смотрите, туда сюда, туда сюда. Успел, блин. А что такое это вообще маз? Мажу сегодня, как не знаю. Опа, опа, опа. Не заметил я его. Идем на таран. Даже не успел на таран. Тара! Тара! Опа! Тара! Тара! Все продал, видите, чтобы купить этот себе кузов.
продал даже бочку с бензином. Сейчас уже конец сезона, все уже попродавали. Осталось еще где-то 80 металла. Не успел я показать. Вот на таких картах самое удобное иметь какие-нибудь ракеты с наведением. И издалека мочить. Вот, например, если отсюда попробовать. Мимо. Многие говорят, что так легко попасть. Ничего не легко попасть. Так надо пойти вниз. Вот и все. Ну что, идем в атаку, нет? Ой, там еще много их. Готово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не подбил я ее. А вот он там штырями кидает. Да. Печально. Тут все меня. Могу я подорваться? Нет? Повезло, повезло. Ну что, последний? Ну, кое-как проехал. Ну и что там у нас по статистике? Баван заболел одного, помощь 2, 647. Совсем мало. Ну что, друзья, давайте последний бой, чтобы не затягивать. Сегодня День Победы еще не закончился у меня, по крайней мере. Так что, друзья, вас с праздником. Давайте последний бой. Давай! Сейчас штырек кинет. Я что сказал? Да. Это ты будешь в следующем бою против нас играть. Так, крылатая.
что мне колесо подбить? А я думаю, что так еле еду. Да, не два колеса, ёпсю. Но тут, походу, опять мы в минусе. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья!